обыкновенная, вообще, самый обыкновенный заказ многих детей в кафе, да? Да. Вот я сейчас с твоего разрешения выпью сок, а ты внимательно послушай, внимательно, смотри. Когда я пью сок, так надо делать? Нет. Не чавкаем, не чмокаем, да? Да. Угу. Дальше. Так тоже не надо делать. Так тоже не надо делать. Скажи, моя дорогая, а как же нам убрать этот момент, когда сок там такой вкусный, особенно когда заказываешь свежевыжатый сок, там такая еще пенка, и вот все сидят в кафе, ресторанах, и вот так вот стерпают. Я периодически это вижу. Да. Как же поступить, чтобы и сок выпить, и звуков приятных не издать? Как ты думаешь? Не дотрагиваться до дна и не чавкать. Какая же ты умница, ну, давай попробуем. Только надо, чтобы у тебя было мало сколько-то. Иначе ты мне сейчас час будешь пить. Большая сильная емкость у вас. Угу. Сейчас исправим.